Всероссийский день донора прошел, однако это не значит, что сдавать больше крови не нужно. На сегодняшний день, как отмечают специалисты, в этом еще есть большая потребность. Финалисты конкурса «Лидеры России» решили сделать благое дело и пришли на станцию переливания крови в рамках акции «Антиковид». Все подробности в следующем сюжете. Еще один шаг в борьбе с COVID-19 в нашем регионе. Республиканская станция переливания крови использует специализированные тест-системы для определения антител коронавирусной инфекции. Такая помощь сейчас крайне необходима. Плазма выздоровевших людей содержит антитела, помогающие организму побороть инфекцию. Получить их искусственным путем невозможно, и только переболевший и выздоровевший человек может стать донором и помочь больным пациентам. Мы сдаем кровь в надежде на то, что наши антитела к коронавирусу могут стать вакциной для людей старшего поколения, людей с хроническими заболеваниями, для которых очень опасно заболеть ковидом. Лидеры сдали стандартный донорский объем крови 450 мл. О наличии антител станет известно через день. Чуть позже можно будет сдать плазму с антителами на COVID-19. Доноры считают, что в их жилах течет лекарство, которым они просто обязаны были поделиться с земляками. Мы, как неравнодушные люди к этой проблеме, решили внести свой вклад в оздоровление нашего общества. А если еще и наша кровь поможет кому-то, сможет спасти жизнь, и мы сделаем правильное намерение, думаю, это будет очень большой вклад. Плазма одного донора может помочь трем больным, так что переболевшие люди могут помочь тем, кто сейчас в этом нуждается, отдав частичку своего добра. Многие переболели коронавирусом бессимптомно, даже не подозревая об этом. Сдав кровь, мы узнаем, есть ли в ней спасительные антитела. Но даже если их нет, наша кровь пригодится для спасения человеческой жизни. Пусть не от коронавируса, но от этого она не станет менее ценной. Переливание донорской плазмы крови – один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса на сегодня. Такая методика применяется во многих странах, где сражаются за жизнь больных коронавирусом. И благодаря таким инициативным дагестанцам в республике удалось сохранить донорство. Хочу от души поблагодарить ребят из финалистов конкурса «Лидеры России», которые пришли и организовали нам донорство. Когда нам важен каждый человек, этот трудный период, они показали свои благородные поступки. И еще они обозначили важность заготовки антиковидной плазмы. Мы же не знаем, что будет в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы быть готовыми к тяжелым временам. Врачи, которые работают с такими пациентами, говорят, что после первой же процедуры введения плазмы значительно улучшается состояние у самых тяжелых пациентов. Компоненты крови с антителами – это уникальное медицинское средство, которое нельзя получить искусственным путем. Помочь может только человек. И каждый способен спасти чью-то жизнь, просто сдав кровь. Замрут Гамидова, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.